29-я тема. 29-я тема посвящена сенсорной психофизике. И мы завершаем ее вопросом о современной психофизике, который звучит так. Фурье-анализ зрительного восприятия и понятие психофизического оператора. Фурье-анализ зрительного восприятия и понятие психофизического оператора. Этот материал вам уже знаком в одном пересказе, сейчас будет другой. Я учту тот пересказ, который у вас уже был, в своем собственном варианте. Пройдем этот материал с таким условным вопросом, ну, так сказать, ради чего? Не ради чего этот материал включен в курс общей психологии. Это для нас не вопрос. Раз включен, значит включен. Ради чего в психофизике вводится такое понятие, как психофизический оператор? Почему не хватает понятия психофизическая функция? Вот наш вопрос. Итак, я напомню коротко основные постулаты фехнеровской психофизики. Первый постулат, что интенсивность раздражителя или ощущения – это число, а раз так, значит, можно множество чисел отображать в другое множество чисел. Второй постулат – наличие порога. Не буду пояснять. И третий постулат – равенство всех ЕЗР. Поскольку этот материал уже был, я говорю сокращенно. Теперь так. Кто пересмотрел третий постулат? Стивенс. Он оставил предыдущие два. Кто пересмотрел второй постулат? Теория обнаружения сигнала. И, наконец, кто пересмотрел третий постулат, первый от начала, третий в нашем варианте по счету, самый главный постулат Фехнера. Это те, кто занимались фурье-анализом зрительного восприятия. При этом заметим сразу же, постулат о наличии порогов сохраняется. А вот постулат о том, что интенсивность раздражителя и ощущения – это число, вот этот постулат подлежит сомнению. И тогда пройдем вопрос строго, строго по пунктам. Прежде всего, какие факты приводят нас к понятию психофизического оператора? Это факты, которые, так сказать, от обратного основываются на том, что законы Фехнера, законы Стивенса справедливы лишь для однородных поверхностей. А где мы видим однородные поверхности в реальной жизни? В реальной жизни мы наблюдаем сплошь и рядом феномены взаимодействия ощущений. Заметим, взаимодействия. Если поставить рядом черную и белую полосы, то физический контраст будет одним. Контраст в проксимальном стимуле будет одним. А психический контраст будет другим.
на границе ощущений черного и белого, их интенсивность повышается. Это явление яркостного контраста. Другие примеры пространственного контраста, которые я не буду рисовать на доске, они знакомы вам по некоторым иллюстрациям. И бессмысленно приводить иллюстрации сейчас на доске. Кстати говоря, может быть, когда нас с вами будут показывать в кино, мы вот эти моменты проиллюстрируем соответствующими картинками. Например, серый кружок или квадратик мы помещаем на черном и белом фоне. Несмотря на то, что интенсивность ощущений, интенсивность раздражителя одна и та же, интенсивность ощущений будет разной. Или контраст во времени. Вспышка, которая длится, скажем, 10 миллисекунд, будет казаться менее яркой, чем вспышка, которая длится, скажем, 50 миллисекунд. Короче говоря, нам надо учитывать пространственно-временную протяженность ощущений. И тогда мы скажем, что перцептивный контраст, мы для аккуратности даже просто перечислим. Перцептивный контраст – это функция отряда переменных. Отряда переменных помимо физического контраста. Физический контраст, конечно, влияет на перцептивный контраст, но дополнительно к этому есть целый ряд переменных. Перечислим 5 из них. Кажущаяся позиция объекта в пространстве. Воспринимаемая позиция объекта в пространстве. Характер, это первое. Б. Характер контуров со смежными областями. Характер контуров со смежными областями. В. Или третья переменная. Отношение между освещенностью фигуры и фона. Отношение между освещенностью фигуры и фона. Четвертое. Размер элементов или их пространственная частота. Размер элементов или их пространственная частота. То есть, чем меньше объекты, тем больше их в зрительном поле, тем больше их частота. Ну и, наконец, состояние адаптации наблюдателя. Это никогда нельзя сбрасывать со счетов. Наша чувствительность постоянно меняется. А теперь подумаем, как учесть весь этот ряд переменных. Фехнер получил психофизическую функцию только потому, что он в особых условиях отвлекся, изолировал все эти переменные. А эти переменные в реальности все-таки существуют. И тогда переходим, собственно, к материалу. Что представляет собой стимул? Стимул в данном случае – это проксимальный стимул. Это некоторое распределение энергии на сетчатке. Что представляет собой стимул? Он представляет собой функцию от трех пространственных измерений.
x, y, z. Три измерения в пространстве. И кроме того, четвертое измерение – изменение во времени. А что представляет собой, обозначим буквой «пси», что представляет собой ощущение, или лучше сказать, что представляет собой чувственная ткань? Она также представляет собой функцию от целого ряда переменных. Функцию от целого ряда переменных. И тогда назовем оператором. Это понятие из математики, к которому нам надо отнестись спокойно, взять его таким, каково оно есть. Назовем оператором способ или закон, способ или закон соответствия между множествами, элементами которых являются функции. Назовем оператором способ или закон соответствия между множествами, элементами которых являются функции. В прошлый раз, когда мы говорили о законе Фехнера, нам хотелось эти множества зарисовать. Но, простите, давайте с самого начала поймем правильно. Зарисовать эти множества функций необычайно сложно. Слишком много переменных. Нам следует вспомнить о вюрцбургских психологах. Мысль не зависит от образа. Вот и наша мысль о психофизическом операторе от образа зависеть не должна. Психофизический оператор нельзя представить в образе. Его можно только зафиксировать знаково. И тогда из сказанного ясно, что психофизический оператор – это соответствие или отображение между пространственно-временными распределениями, между пространственно-временными распределениями субъективной интенсивности в чувственной ткани образа, субъективной интенсивности в чувственной ткани образа и физической интенсивности в проксимальном стимуле. То есть это отображение, если я нарисовал вот эти оба множества, то мы назовем оператором, обозначим вот его такой условной буквой тета. Мы назовем оператором следующее соответствие S с уже известными нам функциональными переменными в Psi, также с уже известными нам функциональными переменными. Далее что мы сделаем? Что мы сделаем для того, чтобы хотя бы как-то понять психофизический оператор? Мы примем такое решение, что мы упростим стимул до плоской горизонтальной черно-белой решетки.
плоской горизонтальной черно-белой решетки. И тогда наш оператор будет выглядеть так. Стимул зависит от некоего параметра x, и чувственная ткань, обозначенная у нас буквой ψ, тоже зависит от некоторого параметра x. Тому, кто непонятен, кому непонятен рисунок, я еще раз поясню. Это проксимальный стимул, это чувственная ткань, это оператор в полном объеме, психофизический оператор, а это наше упрощение. Наше упрощение. И тогда, видите ли, на наше счастье доска уже заполнена, поэтому формул больше не будет. Поэтому следующий шаг. Смоделировать, вообще, в чем состоит наша цель? Смоделировать, то есть повторить в модели. Повторить в модели то, что очевидно, бывает каждому. Вот нам есть различие между черным и белым. Тот самый контраст. Это физический контраст, а мы видим его психически не таким, а ориентировочно вот таким. Вот таков наш перцептивный контраст. Ориентировочно. Это демонстрируется целым рядом феноменов, среди которых я перечислил не все. На практикуме вы уже посмотрели, либо посмотрите красивые полосы Маха. То есть на границе между черного и белого лежат характерные промежуточные полосы. Но, короче говоря, интенсивность на границе увеличивается. Этот факт нам надо повторить в модели. И тогда мы пользуемся рядом ограничений и рядом математических средств. Во-первых, мы берем не любой оператор. Вы знаете, если взять любой оператор, что там так много будет переменных, что мы не сможем смоделировать вообще. Первое требование, мы берем так называемый линейный оператор. Линейный оператор, который имеет следующее свойство. Свойство линейного оператора. Образ суммы стимулов. Образ суммы стимулов равен. Вы знаете, если не пугаться этих названий, мы говорим об очевидных вещах. Во всяком случае, это ни в коем случае не сложнее, чем теория Пиаже, где мы говорили о том же самом на примере одного из свойств группировки. Итак, образ суммы стимулов равен сумме образов каждого из этих стимулов, взятых в отдельности. Это требование аддитивности, это требование суммации. Образ суммы стимулов равен сумме образов каждого из этих стимулов,
взятых в отдельности. Это первое требование. И, наконец, второе. Вот здесь, наконец, и появляется теорема Фурье. Теорема Фурье, которая гласит, что любую функцию можно представить в виде суммы синусоид. Я уже сказал, что будет без формул. И, конечно, пошутил. Потому что, ну, хоть эту элементарную формулу нам нужно записать в тетрадке. Правда, любую функцию можно представить. Я записываю что-то на доске и произношу смысловой аналог записи. Можно представить в виде суммы, где, скажем, n распределяется от нуля до бесконечности, в виде суммы синусоид не хватает мне тут места, но ничего страшного. Мы поясним словами. Сейчас не хватает немножко места. Ничего страшного. Поясним словами. В виде суммы синусоид. И в принципе этого достаточно, но в каждой синусоиде есть амплитуда. Есть величина, которую обычно называют распределением во времени частота синусоиды. Сумма синусоид, у каждой из которых есть своя амплитуда, частота и фаза. Сумма синусоид, у каждой из которых есть своя амплитуда, частота и фаза. А теперь мы скажем, что нам придется эту теорему Фурье уточнить эмпирически. Во-первых, нам нужно от многого отвлечься. Я не математик, но на уровне элементарной математики понимаю, и я надеюсь, это понятно вам, что нам надо многое уравнять. Например, надо нам уравнять синусоиды по фазе. А во-вторых, построить какую-то эмпирическую зависимость. Какую-то эмпирическую зависимость между амплитудой и частотой. И вот эту зависимость мы начинаем строить экспериментально. Здесь кончается теория. Здесь начинается довольно утомительный эксперимент по установлению так называемых кривых контрастной чувствительности. Кривые контрастной чувствительности. Где сразу скажем, что по оси x у нас идет частота синусоиды, так называемый синус решетки, черно-белые решетки, частота синусоиды, которая измеряется в циклах на угловой градус. В циклах на угловой градус. И мы хотим найти оператор эмпирически, мы хотим найти передаточную функцию.
передаточную функцию, которая по оси Y выражалась бы в контрастной чувствительности, в ощущении контраста. Итак, что мы будем делать? Мы будем менять частоту нашей черно-белой решетки и смотреть, как воспринимается ее контраст. Ключевые, нам ничего не важно, простите, когда я говорю «ничего не важно», я имею в виду экзамен. Может быть, это очень важно для тех из вас, кто будет специализироваться по психофизике. Но я сейчас имею в виду ответ на экзамене. Нам не очень важно, что происходит по оси Y. Нам важно, что происходит по оси X. Мы хотим установить некие границы контрастной чувствительности. И тогда мы отмечаем здесь ключевые точки 4 и 24. Это цикла на градус. И оказывается, что контрастная чувствительность в этих пределах довольно резко изменяется. То есть контрастная чувствительность зависит от частоты решетки. И бывают такие частоты, где мы уже не замечаем контраста, разумеется, при одной и той же амплитуде. Мы фиксируем амплитуду, фиксируем фазу и строим вот такую передаточную функцию. Ну а теперь мы построили это, и давайте подводить какой-то итог. Что нам дает теорема Фурье? Простите, я рассуждаю на пальцах. Если среди нас сидит сугубый математик, да извинит он меня. Если у нас есть теорема Фурье, то теорема Фурье раскладывает любую функцию в определенную сумму синусоид. Если у нас есть правило линейного оператора, то это означает, что мы данные синусоиды можем складывать. А если у нас есть реальные данные о том, что где-то наш испытуемый чувствительность контрастную теряет, то значит у нас есть право сказать о том, что не все синусоиды, не бесконечное число синусоид нам надо складывать. И вот что я заготовил заранее и поясню рисунком. Вот мы начинаем складывать. Вот мы берем основную синусоиду. Иногда ее так и называют базовой синусоидой. У нее есть определенная амплитуда и частота. Затем мы берем, иногда эти синусоиды называют также гармониками. Мы берем третью гармонику. У нас теперь частота увеличивается в 3 раза, а амплитуда в 3 раза падает. Приплюсовали, сложили. Все это следует выполнять для того, чтобы однажды на семинаре или даже самостоятельно разобраться в этом окончательно, надо взять лист миллиметровой бумаги и сплюсовать эти синусоиды, просто сплюсовать. Затем мы берем 5-ю гармонику. У нас меняется частота
и амплитуда. Добавляем еще и эту синусоиду. Соблюдаем теорему Фурье с линейным оператором. Я понятно сейчас говорю? Затем берем седьмую гармонику. В том учебнике, который я пользовался, о котором скажу еще, там и седьмая гармоника приведена, но обычно доходят только до пятой. И вот если мы это все аккуратно сплюсовали, то, простите, что мы получили в сумме? Я так и нарисовал, это мы получили в сумме. Мы в сумме реальной. Простите, маленькое замечание. А почему мы не берем девятую, одиннадцатую и так далее гармоники? А потому что все. А потому что у нас контрастной чувствительности здесь уже нет. И не имеет смысла брать это все до бесконечности. И тогда мы как сумму получаем данную кривую. И при этом говорим, что если бы мы складывали все синусоиды до бесконечности, то мы получили бы просто прямоугольную черно-белую решетку. Мы получили бы физический контраст. А так как у нас возможности чувствительности испытуемого ограничены, значит, мы получаем, простите, мы получаем перцептивный контраст. Мы выполнили свою задачу. Наша задача была какова? Смоделировать перцептивный контраст. Что мы и сделали? С помощью понятия оператора, определения его как линейного, теоремы Фурье и построения передаточной функции. Простите, если на экзамене будет именно такой ответ без других дополнений, то он гарантирует, по крайней мере, оценку хорошо. Если, ну, понимаете, сейчас я скажу важную вещь, неприменительно к теории Фурье, к теореме Фурье. Гарантировать на лекции оценку 5 ни один лектор вам не может. Если какой-нибудь лектор скажет, и я вам гарантирую 5, он вас обманывает. Но скажу объективно, если вы повторите в точности мой рассказ и будете при этом отвечать мне, то это 5. А другое дело, что, знаете, рассуждать о том, что можно менять еще амплитуду, что можно менять фазу, что можно, вообще-то говоря, здесь экспериментировать до бесконечности, строя психофизический оператор, этот разговор уже не для лекционного рассказа. Поэтому, скажем так, да по-доброму икнется сейчас Александру Дмитриевичу Логвиненко, которому я благодарен за предоставление мне учебника «Ощущения и восприятия», автором которого является Харви Шифман. Я использовал и еще буду использовать картинки из этого учебника. И мы продолжим. Мы скажем о том, что от количественного изучения ощущений мы постепенно переходим к качественному. Тема 30-я обычно не читалось в лекциях. И на то есть серьезная причина. Название этой темы «Восприятие цвета» обычно хорошо излагается в курсе психофизиологии. И мы ни в коем случае
не должны конкурировать с этим курсом. И все-таки мы сегодня прочтем хотя бы немногое из восприятия цвета, так, чтобы иметь хотя бы элементарный такой джентльменский набор о том, что такое восприятие цвета, ну, вообще-то говоря, на уровне школьного учебника. А кроме того, есть еще одна вещь, по которой мы обращаемся к восприятию цвета. Ни в какой психофизиологии нам не расскажут о психосемантике цвета. И поэтому сейчас расскажем так. Восприятие цвета – это уже восприятие сенсорных качеств, а не только интенсивностей, качеств. И вы знаете, чуть-чуть пофантазировав, можно было бы сказать, что цвет – удивительное ощущение. Низшие животные почему-то обладают цветовым зрением. А, скажем, животные, которые ближе к нам, скажем, приматы или кошки с собаками, млекопитающие, цветовым зрением не обладают. Фундаментальным, отнюдь пока еще не психофизическим представлением является догадка о том, что цвет тесно связан с эмоциональностью. Эта догадка еще идет от Вундта, поскольку его измерение чувств от возбуждения до успокоения было построено именно на материале восприятия цвета. И тогда введем некоторые замечания, открывающие данную тему. Ну, во-первых, действительно, везде, там, где речь идет об ощущениях, рядом с психофизикой обязательно есть психосемантика. Есть восприятие свойств, простите, есть отражение свойств, это ощущение. Есть отражение предметов в образах. И это тесно связано с эстетическим восприятием. Когда же мы подходим непосредственно к восприятию цвета, мы говорим так, что есть восприятие чистых цветов. Их называют также апертурными. Восприятие чистых цветов. Есть восприятие цветов поверхностей. Чистые цвета воспринимаются безотносительно к поверхностям. И мы, наверное, понимаем, что Джеймс Гибсон сказал бы, что апертурные цвета и вообще вся психофизика цвета никуда не годится, потому что она построена на том, чего мы в реальности не видим. В реальности мы видим цвета поверхностей. Эти поверхности могут быть блестящими, светящимися, прозрачными, отражающими часть светового потока и так далее. Заметим, психофизика цвета построена в основном на апертурных цветах, на чистых цветах.
психосемантика на цветах предметов. На цветах предметов. Ну и тогда давайте из уважения к психофизикам и заметим, и психофизиологам введем основные характеристики световых ощущений. Обычно эти характеристики так и вводятся: физический аналог и психическое содержание. Три характеристики есть у цветовых ощущений. Первое из них в физическом смысле длина волны. И, кстати говоря, наша видимая часть спектра сравнительно небольшая. Как мы знаем, примерно от 380 до 720 нанометров. Видимая часть спектра относительно небольшая. Длине волны соответствует цветовой тон. Цветовой тон – это основная характеристика. Далее идет характеристика. Которую лучше обозначить так. Сначала обозначить ее психическое название, а затем пояснить, что это означает в физическом смысле. Характеристика номер два именуется насыщенность. Ну, специалисты по цветовому зрению буквально часа полтора назад разъясняли мне, что такое насыщенность. Я притворялся, ну, тем, кем и должен притворяться на данном месте, то есть таким же, как любой из нас, непонятливым студентом, чтобы нам с вами что-то объяснить. Так вот, у насыщенности есть строгое название и есть операциональное определение. Насыщенность – это спектральная чистота цвета. Не частота, а чистота. Это некая выраженность цветового тона. Спектральная чистота. А что может, простите, нарушить эту чистоту? Операционально введем, что такое насыщенность. Нарушить эту цветовую чистоту может белый цвет. Вот если мы берем, скажем, определенную интенсивность красного и начинаем добавлять красному белый цвет. Вообще, чем интереснее и чем значительнее, скажем так, автор в области психологии цвета, тем больше у него жаргонизмов. Чингис Абильфазович Измайлов называет эту аналогию насыщенности белесостью света. Итак, берем какой-то цвет и добавляем к нему белый до тех пор, пока не будет сохранена или достигнута все та же интенсивность. Тогда интенсивность будет одной и той же, а насыщенность изменится. То есть это смещение в сторону белого. Если мы будем с вами рисовать сегодня, скажем, цветовой круг, а может быть будем, может быть нет, я не знаю, или, скажем, цветовое тело, то в центре этого круга или этого тела будет белый цвет. И, следовательно, все другие цвета
по мере приближения к центру будут терять насыщенность. И, наконец, третья характеристика, которая для нас понятна. Ее физическая аналогия – это интенсивность раздражителя, а психический эквивалент, психическое название – это светлота или видимая яркость. Итак, цветовые ощущения у нас характеризуются тоном, насыщенностью и светлотой. А теперь первый вопрос, посвященный скорее психофизике цвета. Первый вопрос такой. Общее представление о теориях цветового зрения. Общее представление о теориях цветового зрения. Ну и скажем так, основы цветометрии. Основы цветометрии. Это тот материал, который вы будете очень подробно проходить или уже проходите в курсе психофизиологии. Это не наш хлеб. Теории цветового зрения – это не только физические теории. Это теории психофизиологические. Заметим, существует две, я бы сказал, сегодня уже не противоположные, а дополняющие друг друга теории, которые характеризуют цветовое зрение. Вообще-то говоря, отцом психофизики, а лучше даже сказать физики цвета, является, конечно, Исаак Ньютон. И простите, именно сегодня я должен был надеть галстук Тринити колледжа, потому что книга «Оптика» Исаака Ньютона хранится в Тринити колледже, в библиотеке Тринити колледжа в Кембридже. У этой книги трудная судьба. Однажды она сгорела от пламени свечи, и потом Исаак Ньютон трижды ее переписывал. Когда разговаривают о Ньютоне, говорят, его опыты с цветом были более удачны, чем его алхимические опыты по превращению металла в золото. Ньютон имел разносторонние интересы. Так вот, что установил Ньютон? Простейшую вещь, которую мы знаем из школьной физики. Что белый цвет, или просто свет, можно разложить на части. С помощью спектрального анализа, с помощью элементарной призмы. А раз цвет можно раскладывать на части, то, простите, идея суммации, идея аддитивности, идея складывания переходит и в цвет, и в анализ сенсорных качеств. До сих пор мы могли что складывать? Мы могли складывать интенсивности, это было нам понятно. А теперь мы можем складывать качества. И тогда возникает первая теория, у которой несколько авторов. Среди русских, великих русских ученых, это Михаил Васильевич Ломоносов, и в нашей стране это имя называют первым, а в мире называют рядом с именем Ломоносова имя физика Томаса Юнга и физиолога Георга Гельмгольца. Простейшая идея Томаса Юнга.
Невозможно, чтобы каждому цвету, каждому цветовому оттенку, а лучше сказать, каждому цветовому тону, соответствовал бы собственный рецептор. Идея проста, идея унификации рецепторов. И опыты, блестящие опыты Томаса Юнга показывают о том, что можно предполагать, что белый цвет составляется, то есть, можно даже так сказать, суммируется, получается при сложении трех основных, они так и получили название, основные цвета: красный, зеленый и синий. Красный, зеленый и синий. И по учебникам мира гуляет знаменитая картинка «Сложение цветов» по Томасу Юнгу. Заметим сразу следующее. Так смешиваются цвета. Так смешиваются цвета, но не краски. Проведем эффектный опыт. Проведем его мысленно. Хотя, наверное, в практикуме вы могли бы убедиться в этом и более подробно на каком-то другом материале. Едва ли стоит показывать картинку, все равно она будет не всем видна. Проведем такой опыт. Пусть у нас есть два фильтра. Желтый и синий. Пусть эти фильтры стоят на пути двух источников белого цвета. Просто света. На пути источников света. И эти два фильтра падают на экран, то есть изображения от них падают на экран. Что получится в итоге? Получится серый. Получится серый цвет, нейтральный цвет. А если сделать наоборот, поставить тот же источник света и на его место поставить сначала желтый фильтр, а потом синий, то в результате получится зеленый. Цвета смешиваются не так, как смешиваются краски. Интересна задача художника, если угодно, творчество художника состоит в том, чтобы передать цвета красками. Это определенная загадка художественного творчества, потому что цвета смешиваются иначе, чем краски. Ну и тогда все было бы в порядке, все замечательно. Из трех составляющих, даже скажем так, из трех составляющих с определенными коэффициентами можно получать те или иные цвета. Казалось бы, все так, но есть другой автор, которого звали Эвальд Геринг.
который, по сути, использовал иную идею. А этой идее предшествовала иная феноменология. Феноменология такова. Это феномены цветового контраста. Поместите серый нейтральный кружок или квадратик на фоне красного. И вы увидите, как этот кружок на глазах или квадратик позеленеет. Желтый фон дает голубоватый оттенок нейтрального серого. Возникает идея, идея взаимодействия ощущений при цветовом контрасте, идея противоцветов. Есть не три основных цвета, а три основных пары цветов. Три основных пары цветов, которые суть. Ну, конечно, надо начинать с черного и белого, с ахроматических цветов. Далее, красный и зеленый. И, наконец, синий и желтый. Посмотрите те книжки по восприятию, которые попадут вам в руки. Сейчас таких книжек немало. Там теория Геринга иллюстрируется таким образом. Нужно фиксировать точку, которая помещена на фоне определенного цвета, а потом перевести взор на точку в нейтральном пространстве, в цветовом пространстве, например, белесом цветовом пространстве, вы увидите противоцвет. Какое разрешение придумали сегодня психофизиологи? Я скажу лишь о том, что ход объяснения необычайно эвристичен. Есть разные уровни переработки зрительной информации. Так вот, существует мнение, и я уже не буду называть специальных имен и не буду требовать их от вас на экзаменах, но смысл того, что сейчас говорится, должен понят быть правильно. На уровне сетчатки действует трехкомпонентная теория, а на более высоком уровне переработки информации, на уровне, скажем, латерального тела или далее и далее к зрительной коре, появляются соответствующие нейроны, которые можно было бы назвать оппозитными, противопоставленными, что соответствует теории Геринга. На уровне сетчатки одна теория, на более поздних уровнях переработки зрительной информации другая теория. Таковы теории цветового зрения. Ну а теперь можно было бы, пусть коротко, сказать об основах цветометрики. С истинным сожалением стирают, был нарисован на доске.
Смысл цветометрики таков. Вновь Ньютон является здесь родоначальником. Родоначальником в том смысле, что он попытался смоделировать цветовое пространство. Но только когда мы говорим «пространство», то у Ньютона это метафора. Потому что у Ньютона это не пространство. У Ньютона это пока только плоскость, это двумерная фигура, так называемый круг Ньютона, который можно по-разному изображать, но в любом случае этот круг Ньютона будет распределяться где-то от 420 до 700 нанометров. В разных учебниках указано здесь по-разному. И цвета по кругу будут распределяться от фиолетового, бледно-голубого, насыщенного зеленого, более светлого зеленого, которого можно иногда называть салатовым. И, наконец, в пределе к красному цвету. Это так называемый круг Ньютона, у которого есть область, не покрываемая определенными длинами волны. Это так называемые пурпурные цвета, смеси красного с фиолетовым. В том и состояла догадка Ньютона, что цвета можно смешивать даже тогда, когда нет, это утверждает физик, когда нет прямого физического аналога. Я, пожалуй, до перерыва, используя оставшиеся 5 минут, произнесу законы смешения цветов по Ньютону, чтобы в остальное время уже, быть может, пояснять их на конкретных примерах. Естественно, что в этом круге в центре стоит белый свет. И по мере приближения к кругу цвета будут терять свою насыщенность. Есть 3 основных закона смешения цветов, хотя у этих законов масса следствий. Еще раз повторю, что по кругу идут цветовые тона. Это феноменальная характеристика любого цвета. А в самом круге, в самой плоскости круга, находятся эти же цветовые тона, но разной насыщенности. По мере приближения к центру они насыщенность теряют. Итак, первый закон Ньютона. В каком-то смысле Ньютон предусмотрел в своих законах любые теории цветового зрения. Для любого цвета определенного тона, первый закон, для любого цвета определенного тона существует цвет другого, единственного тона, так, что при их смешивании
образуется белый цвет. Для любого цвета определенного тона существует цвет другого единственного тона, так что при их смешении образуется белый цвет. Эти два цветовых тона будут называться дополнительными. Далее. При смешении двух цветов, и сразу скажем, ну вот стоящих на круге ближе, чем дополнительные. При смешении двух цветов результирующая смесь дает цветовой тон, промежуточный к исходным. Тот же самый закон можно сформулировать еще и так. При смешении двух цветов расположенных ближе, чем дополнительные. Цветовой тон смеси расположен на прямой, соединяющей их, причем его насыщенность будет меньше, чем у исходных. Ну и, наконец, третья характеристика, которую очень любят подчеркивать современные психофизиологи. Третий закон Ньютона. Субъективно одинаковые цвета, в скобках, независимо от их спектрального состава. Субъективно одинаковые цвета независимо от их спектрального состава, дают одинаковые по цветовому тону. Одинаковые смеси по цветовому тону. Грубо говоря, цвета по спектральному составу могут быть разными, но смеси их одинаковы по цветовому тону. Итог. Еще и не раз и не раз можно пояснять эти законы, но итог, по-видимому, будет один. Любой цвет можно получить из любых трех основных. Любой цвет можно получить из трех основных. Это итог круга Ньютона. Любой цвет можно получить сочетанием трех основных точек. Перерыв 10 минут. Так, давайте продолжим. Я просто повторю, что первой моделью для цветометрики был цветовой круг Ньютона.
у которого были свои законы. Я бы начал теперь с вывода. На то и окружность, чтобы из любых трех точек получить четвертую. Любую четвертую. И цвета, соответственно, какие? По первому закону есть дополнительные цвета. Я излагаю теперь законы более примитивным житейским языком. По второму закону, если цвета лежат ближе дополнительных, то они образуют смесь, меньшую по насыщенности и лежащую где-то в промежутке. И, наконец, последний закон гласит о том, что если субъективно два цвета воспринимаются одинаково, то независимо от их спектрального состава, их смесь тоже будет восприниматься как одинаковая. Таковы три закона. Что вышло потом? Я бы сказал так. Вышло, если есть три характеристики, а именно тон, насыщенность и светлота, то, соответственно, и будет объемное тело. Это так называемое цветовое тело, где круг, пусть ньютоновский круг, будет лежать в середине, и по кругу будут расположены цветовые тона, где насыщенность будет падать, приближаясь к центру этого круга, а соответственно светлота будет изменяться от совершенно черного цвета к полностью белому. Такова еще одна модель. В мире, там где цветометрика принципиально для, ну, скажем, рекламы, где она принципиально для стандартизации цветовых пленок и так далее, и так далее. В мире принята иная модель, именуемая треугольником, но я ее не буду рисовать, она есть в некоторых ваших пособиях, но в ее основе лежит все тот же цветовой круг. И, наконец, два слова скажу о том, что сегодня цветовые пространства являются многомерными. То есть возможность пользоваться прямым отчетом испытуемых для построения многомерных цветовых пространств. Этим занимаются у нас на факультете несколько человек, и Евгений Николаевич Соколов, разумеется, это психофизиологи, и собственно Евгений Николаевич Соколов, и его ближайший ученик и последователь Чингис Абельфазович Измайлов с его сотрудниками. Так мы сказали о психофизике цвета. Теперь рассмотрим второй вопрос. Психосемантика цвета. Психосемантика цвета, и вы знаете, вот если в первом вопросе главным человеком был Ньютон, то в психосемантике цвета основным героем, у которого была собственная, но очень трудная для изложения теория, я, пожалуй, не рискнул бы сейчас пересказывать ее в полном объеме. Таким основным человеком был Иоганн Вольфганг Гёте. Неправильно произнес? По-моему, все так. Гёте. Гёте был развит в нескольких направлениях.
Для Гёте цвет – это символ освещенности Земли. Знаете, рискну немножко настроить вас на такой магический лад, но при этом скажу, если вдруг в теории Гибсона слово «свет», световой поток, объемлющий световой строй, везде написать с большой буквы, то получится нечто близкое теории Гёте. Потому что освещенность предметов, освещенность, заметим, предметов, а не чистые апертурные цвета интересуют Гёте, это то, что его занимает прежде всего. И в среди современных исследователей, близких к Гёте, из известных нам уже сегодня является Эвальд Геринг, который занимался не только апертурными цветами, а который ввел понятие «цветовая память». Цветовая память. Цветовая память как психическая функция. Психическая функция. Цвет имеет предметное значение. Вот идея Геринга. Цвет имеет предметное значение. Ведь если бы цвета не имели предметных значений, то все зависело бы от распределения длин волн в том, что нас окружает и падает на нашу сетчатку. Цвета имеют предметные значения, и поэтому их можно запоминать. Приведу эффектный эксперимент, который сам узнал сравнительно недавно. Оказывается, ну, признаюсь, любимый мною Карл Дункер занимался не только мышлением. Он занимался также и моральным развитием, и в частности занимался цветовой памятью. Приводим эксперимент Карла Дункера на тему «Цветовая память» или «Память на цвет». Эксперимент проводится в конце 30-х годов. На этот раз цветовые фильтры имеют определенную форму. Они отражают форму определенных предметов. Представим себе две, ну, наверное, сделанных из целлулоида вырезки, картинки. Одна – это листочек дерева, а другая – фигура животного, например, осла. Эти две картинки, точнее вырезки из целлулоида, из прозрачного материала, зеленые. Они освещены красным цветом. Что это означает? Что обе эти картинки, когда мы смотрим на них, должны быть серыми. Красный и зеленый – дополнительные цвета по Герингу. Они должны быть серыми. А на самом деле лист, заметим, не мыслится, а видится в два раза более зеленым, чем серый ослик. Вот она, цветовая память. Ну а теперь, наверное, самый эффектный пример из психосемантики. Ведь дело в том, что когда цвета приобретают для нас предметные значения,
то, простите, они связаны с речью. А если слово, например, «желтый» написано «синим», а слово «красный» – «зеленым», то как нам в этом случае быть? Хрестоматийный опыт. Опыт Джона Ридли Струпа. Эффект Струпа заключается в следующем. Попытаюсь показать это. Это все равно невозможно изобразить до конца. Попытаемся понять опыт Струпа на примере. Нашему испытуемому надо называть цвета. В первом случае столбик А, все цвета написаны одинаковым черным цветом. Их надо называть. Нет проблем. То, что написано, то и называю. Во втором случае, обозначенном буквой, латинской буквой Б, цвета изображены, а не названы, а надо их называть. И тоже задача не представляется испытуемому трудной. Он называет цвета. И, наконец, собственно, экспериментальный факт, полученный на материале из группы С. Здесь все цвета, так сказать, перепутаны. Название одно, а цвет, которым написано это название, другой. И тогда это вызывает у испытуемых характерные ошибки, требует большего времени реакции и тому подобное. Иными словами, для нас, воспринимающих цвет еще и смысловым образом, оказывается важным соответствие между перцепцией и семантикой, между восприятием и мышлением. Ну и, наконец, я взял материалы того, о чем буду говорить сейчас, из работы нашего выпускника, ныне работающего в Самаре. Работа называется «Эмоциональный цвет». Вот человек жизнь положил на то, ну, сравнительно молодую жизнь, она далеко еще не кончилась. Зовут его Петр Яншин. Жизнь положил на то, чтобы показать, не только Ньютон прав, прав и Гёте, потому что когда мы изображаем что-то цветным, мы как бы эмоционально окрашиваем это изображаемое. И тогда, ну, я просто почитаю те ассоциативные ряды, которые обычно связываются с теми или иными цветами. Красный цвет, восторг, активность, оранжевый. Помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, поэтому идет оранжевый цвет радости и теплоты, желтый, светлый, приятный, зеленый, спокойный, уравновешенный. Голубой, как мы уже знаем, вызывающий успокоение.
но и связанной с некоторой замедленностью, умеренностью. Синий, оказывается, вызывает грусть и печаль. Фиолетовый, тревожный цвет, вызывающий неудовольствие, депрессию. Ну и, наконец, черный цвет. Я имею в виду чисто эмоциональный тон, это следует отделять от символических цветов. Черный цвет вызывает обычно глубокую тоску и упадок. Можно рассказывать об этом очень и очень долго. Но мы скажем одно. Цвета имеют определенную символику. Психосемантика цвета занимает нас еще и потому, что мы как бы вместе с цветовым пространством выходим в пространство как психологическую проблему. Наше короткое обращение к психологии цвета завершено. У нас не так уж много времени. И поэтому сейчас мы сразу переходим к следующим темам. Эти темы сдвоены в лекциях. Такой прецедент уже был. Это темы 31 и 32. 31, 32. И называются эти две темы восприятия пространства, времени и движения. Восприятие пространства, времени и движения. Вы знаете, как удобно располагать материал хотя бы для себя, когда мы воспринимаем его применительно к восприятию. Я думаю, сегодняшнего и следующего раза нам вполне хватит для того, чтобы создать некоторую целостную картину. Нам надо всегда упоминать, как-то держать в голове идею Олпорта о том, что категории восприятия идут от наличия сенсорных качеств к целостности, далее константности, наличие систем отсчета, предметности восприятия и его индивидуального характера. До сих пор мы говорили в основном о сенсорных качествах, но мы не избегали и тех особенностей, которые Олпорт полагает более поздними. Ну, скажем, вот хороший переход к новой теме – константность. Бывает ли константность цвета или яркости? Конечно, бывает. И я скажу даже больше. Не просто бывает константность цвета или яркости, а тот самый, ну, мой предшественник в плане чтения психологии восприятия Александр Дмитриевич Логвиненко сегодня занимается как раз уже не Фурье-анализом, хотя, знаете, для вас упоминание имени Логвиненко – это всего лишь благодарное отношение к конкретному человеку с моей стороны. Для ваших предшественников, для некоторых людей, которые вели у вас семинары, имя Логвиненко вызывает особую реакцию. Там рядом идет закон Фехнера, оскаленный такой, и еще более страшный Фурье-анализ. Оказывается, сегодня Логвиненко не занимается ни тем, ни другим,
Оказывается, сегодня он занимается, пожалуй, самым интересным, что есть на свете, в области сенсорных качеств. Он занимается цветовыми тенями. И его небольшой, но важный личностный выбор состоит сегодня в том, становиться ему неимоверным богачом и миллионером или оставаться психологом-исследователем. Потому что если будет разработана его система опознания цвета, то оказывается, цвет можно будет опознавать независимо от освещенности. А ведь цвет зависит от освещенности. Относительная независимость от освещенности – это константность. Так вот, такие проблемы, как целостность, константность, предметность образа, тесно взаимосвязаны. И все же в 31 и 32 теме мы конкретно касаемся, прежде всего, таких свойств восприятия, как целостность, константность и лишь отчасти предметность. И, пожалуй, даже следует сказать, что через всю тему пройдет одна идея, одна большая загадка для психологов восприятия. Так почему же мы все-таки видим, не мыслим, а видим третье измерение? Почему же все-таки при двумерных сетчатках мы видим объекты пространственными, мы видим глубину? И тогда, наверное, в качестве предисловия следует сказать так. В психологии восприятия к настоящему времени существуют как бы два подхода, две ориентации. Одна была названа нами классической, и в ее рамках мы довольно долго будем оставаться. А другая идет от теории Джеймса Гибсона, где также обсуждаются и варианты восприятия размера, пространства, глубины, скорости и так далее, и так далее. Так вот, в качестве введения, прежде всего, нам надо представить себе, что мы говорим, вернее нет, что мы имеем в виду, когда произносим слово «пространство». Классическая точка зрения, прикройте дверь, пожалуйста, если можно, спасибо. Классическая точка зрения такова. Пространство – это, по сути, идея. Идея некоторой системы координат. Трехмерное пространство, откуда и проблема сама, проблема третьего измерения. Откуда и сама проблема. И в этом пространстве расположены расположены отдельные формы. Отдельные формы, фигуры на фоне, будь то строгие геометрические формы или тела животных и так далее, и так далее. Отдельные предметы в чистом
и как бы безвоздушном, внесредовом пространстве. Такова классическая психология восприятия. И иная модель, которая, вообще-то говоря, претендует на то, чтобы вовсе и не считаться моделью. Состоит в том, что то, что мы видим, то, что мы реально видим, это действительно окружающий нас мир системой поверхностей. И тогда между данными двумя моделями есть существенное различие. И для того, чтобы понимать все остальное, это нам постоянно придется держать в голове. Исходя из первой модели восприятия, есть опосредованный процесс. Восприятие – это опосредованный процесс. Который можно записать так. Восприятие пространства есть функция, по крайней мере, от двух составляющих. Это функция от сетчаточных отображений, сетчаточных образов, с одной стороны, и с другой стороны, специальных признаков. Специальных признаков удаленности. Признаков удаленности или глубины. Согласно же второй модели, восприятие пространства есть непосредственный процесс. Это функция от инвариант светового потока. От инвариант светового потока. На какую модель мы будем опираться, когда будем рассматривать те или иные данные экспериментальные? Скажу откровенно, главным образом на первую модель. Но и вторую мы всегда будем как бы иметь в виду. Мы будем обращаться к Гибсону там, где он открыто полемизирует с классическим восприятием. Я объясню, почему мы обращаемся именно к классическому восприятию. Дело в том, что для моделирования восприятия несомненно, более удобна первая модель. Вторую модель трудно смоделировать. Еще одна причина. В рамках первой модели возможен строгий эксперимент. А в рамках второй модели главным образом эксперимент является демонстрационным, показательным. Показательным, но не для всех доказательным. Ну и, наконец, самое главное. Здесь есть огромный исторический опыт, который мы будем рассматривать, который Джеймс Гибсон по своим соображениям, ну как бы сразу сбрасывает со счетов. Этот опыт – суть признаки удаленности. Признаки удаленности и глубины, которые по-разному, очень по-своему описывали Леонардо да Винчи,
описывали исследователи восприятия, о которых мы говорили сегодня в связи с цветом. Так вот, если угодно, как любит говорить Юлия Борисовна Гиппенрейтер, сухой остаток из данной темы, необходимый для экзамена, это как раз и будет, будут признаки удаленности, хотя мы будем говорить, конечно, не только о них. И тогда давайте представим себе такую ситуацию. Человек сначала будет смотреть на неподвижный мир одним глазом. И мы будем спрашивать, может ли он воспринимать удаленность. Монокулярное зрение в неподвижном мире. Затем мы условно откроем нашему испытуемому второй глаз и будем смотреть, какие появятся новые признаки удаленности. И, наконец, мы сделаем так, чтобы мир обрел реальность, чтобы он стал двигаться, как и сам испытуемый. И тогда появятся еще и третьи признаки удаленности. Этому будет посвящен наш первый вопрос. Назовем его так. Восприятие пространства или признаки удаленности в классической психологии восприятия. Восприятие пространства или признаки удаленности в классической психологии восприятия. Итак, первая ситуация. Мы обращаемся хоть к той, хоть к другой модели. Так мы реально видим мир, так мы представляем его в исследовании. Нам нужно представить мир в исследовании. И тогда первая ситуация. Монокулярное зрение и неподвижный мир. Монокулярное зрение и неподвижный мир. Вы знаете, по-разному группируют признаки удаленности. Но, в принципе, их можно сгруппировать уже сейчас, вот в данном случае, на две группы. Это признаки, связанные с движениями глаз, окуломоторные. Окулос – глаз, моторика движения – признаки, связанные с движениями глаз. Глаз у нас один, но он неподвижным не является. Неподвижным является объект. Вторая группа признаков именуется изобразительными или зрительными признаками удаленности. Можно назвать их наглядными признаками. А изобразительными мы называем их потому, что перечислил главный из них еще Леонардо да Винчи. И, наконец, есть третья группа признаков, которую мы здесь назовем, но группа у нас по определенным причинам останется пустой. Это признаки, пожалуй, стоит написать само словечко, хотя многим оно, конечно, уже известно. Это признаки параллакса. Параллакс означает наклон или уклонение. Признаки параллакса.
Но забегая вперед, скажу, что в данном случае у нас эта группа останется пустой, потому что мир не движется, и сам субъект тоже лишен возможности двигаться в мире. Это наш условный субъект. И тогда какие признаки удаленности мы у него найдем? Первый признак околомоторный. Простейший признак. Действует на расстоянии примерно 6 метров. Иногда говорят от 6 до 8. Нам не так уж принципиально. Это признак такой. Аккомодация. Слово «аккомодация» нам встречалось несколько раз. Но в данном случае аккомодация – это своего рода фокусировка. Это изменение кривизны хрусталика. Это как настройка резкости в фотоаппарате. Изменение кривизны хрусталика. И одним глазом мы можем воспринимать удаленность объектов на небольших расстояниях, как бы само собой, это физиологический механизм. Он не требует специальной перцептивной работы. Хрусталик – суть мышца, которая сокращается и имеет аналог линзы в фотоаппарате. Основными признаками здесь будут изобразительные признаки. Конечно, они гораздо интереснее, если смотреть на мир двумя глазами. Но главное отметить то, что они будут действовать даже тогда, когда мы смотрим на мир всего лишь одним глазом. В основном перечислил их Леонардо да Винчи. И, пожалуй, нужно пояснить ту ситуацию, как он их выделял, как он советовал своим ученикам действовать при выделении данных признаков. Нужно, прямо поневоле вспомнишь Тарковского, как тот учил смотреть кино. Леонардо да Винчи говорил, вспомни, возьми прямоугольную рамку, вставь стекло, и изображай предметы, рефлексируя, осознавая признаки их удаленности. Первый из признаков, характерный для современной живописи, это признак линейной перспективы. Линейная перспектива. Линейная перспектива означает, по сути говоря, довольно простую вещь. Близкие объекты выглядят большими, чем далекие. У линейной перспективы есть один секрет. Если аккомодация действует на малых расстояниях, то линейная перспектива начинает действовать примерно с 1,5-2 метров или метра полутора. На более близких расстояниях действуют законы обратной перспективы. И современные исследователи живописи, среди которых нередко мы находим людей технических специальностей, поясняют нам, что средневековая икона пишется по законам обратной перспективы. Где чуть более дальнее расширяется,
И таким образом наше зрительное пространство как бы сначала расширяется, а потом начинает сужаться. Близкий к линейной перспективе признак – воздушная перспектива. Здесь не так аккуратно, как в восприятии цвета выражаются, а мы все-таки скажем аккуратно – это утрата насыщенности. По сути, это утрата насыщенности. Или, как иногда говорят живописцы, изменение не вот не белесость, а изменение в сторону голубого цвета. Все как бы размыто цветом неба. Иногда говорят, так редко, но говорят о перспективе размера, как об особой перспективе. Почему так говорят? Потому что здесь чуть выходят за пределы собственно перцепции. Это перспектива знакомого размера. Интересно, что если размер объекта нам знаком, то такой известный нам феномен, как константность, будет наблюдаться и даже как бы перехлёстывать себя, наблюдаться как сверхконстантность на больших расстояниях. Добавим, если размер объекта нам знаком, то он может победить иные признаки. Мы поневоле обращаемся к материалу соревнования признаков. Соревнования признаков удаленности. И тогда, если уж мы приступили к этому, то назовем один из самых сильных. Один из самых сильных признаков удаленности, изобразительных признаков удаленности, можно назвать так. Завершенность контура, сказал бы гештальт-психолог. А не гештальт, а просто психолог, сказал бы перекрытие. Перекрытие контура. Мы приступаем к рассказу о некоторых иллюзиях восприятия пространства, которые хорошо знакомы или должны быть хорошо знакомы каждому из нас. Английский художник и конструктор по фамилии Эймс создавал массу интереснейших иллюзий. Одно условие – практически все эти иллюзии надо смотреть либо на далеких расстояниях, либо одним глазом. Мы остановимся, у нас пока у испытуемого всего лишь один глаз открыт, мы остановимся именно на таких иллюзиях. Вот, пожалуйста, одна из самых популярных иллюзий, которая демонстрирует возможности перекрытия. Перед испытуемым две игральные карты. И они расположены на определенном расстоянии друг от друга. Естественно, что ближняя карта выглядит больше, чем та, которая находится дальше. Эймс очень аккуратно вырезает уголок из первой карты, причем так,
чтобы в этот уголок точно поместилась вторая карта. Наверное, не нужно большого воображения, чтобы сказать, в данном случае признак перекрытия окажется более сильным, чем признак линейной перспективы. Иными словами, испытуемый увидит маленькую карту, маленькую по размеру карту, как ближнюю. Причем интересно, что цвета окажутся более насыщенными, чем на самом деле. А ближнюю карту, которая теперь кажется далекой и огромной по размеру, она становится размытой по контуру и менее насыщенной. К изобразительным признакам относятся также такие признаки, как распределение цвета и тени. И в этом смысле пригодится модель Гибсона, которая говорит о том, что источник света обычно воспринимается как идущий сверху. И тогда можно рельеф поверхности, рельеф предмета определять по его освещенности. Мне кажется, из ситуации, где сам субъект неподвижен и смотрит одним глазом, и неподвижен объект, самая интересная иллюзия, которая, возможно, известна вам, но я все равно ее обязан пересказать, это комната Эймса. Комната Эймса – известнейшая иллюзия. И, кстати говоря, не раз используемая в цирковых трюках. Испытуемый смотрит в отверстие и видит комнату. Ну, сначала опишем сам фокус, как это полагается, а потом дадим его объяснение. Испытуемый смотрит в отверстие, видит комнату. Комнату небольших, обычных размеров. Там, где есть все, что необходимо, окна, двери, предметы мебели. Но один вариант иллюзии таков, что, скажем, в одном углу комнаты он видит карлика, а в другом великана, голова которого упирается в потолок. Это один вариант иллюзии. Есть более другой, есть другой не менее эффектный, даже более эффектный. Рука испытуемого оказывается в комнате, но так, чтобы рука не была видна. В руке указка. Указкой нужно показать углы комнаты. Казалось бы, когда он видел указку здесь, она казалась совсем обычной. Но вот рука с указкой оказывается в комнате, и до одного угла комнаты совершенно невозможно дотянуться. А когда хочешь указать в другой угол комнаты, указка неожиданно ломается в руке. Мы понимаем, комната искажена. Как искажена? С искренним сожалением сообщаю, что как она искажена, указано в хрестоматии по ощущению восприятию. Не будь этого, это было бы и для вас, и для ваших друзей огромным развлечением. Если кто-то не читал, не из вас, разумеется, вы-то все читали. Если вдруг кто-то не читал соответствующие статьи,
Задайте ему эту задачку примерно так. Вот вам иллюзорные размеры комнаты. Такова иллюзорная форма комнаты. Это вид сверху. Не обязательно изображать всю комнату в пространстве. Достаточно сказать, что мы смотрим сверху на нашего испытуемого, вот он, и, соответственно, комнату. Какой должна быть комната на самом деле? Тогда вы даете перцептивную, то есть какую у нас признаки изобразительные, изобразительную подсказку. Вы ничего не говорите своему испытуемому. Вы говорите, вот изобразительная подсказка, и проводите две линии. И ваш испытуемый, поверьте, каких только рисунков замечательных по-своему и интересных не принесет вам испытуемый в ответ на вопрос, так какова же реальная форма комнаты? Я когда-то читал исключительно психологию мышления, и для меня эта задачка, прекрасная дункеровская задачка по мышлению, и решается она обычно так. Сначала рисуют, потревожим немножко нашу схему, мы и так уже ее освоили, запомнили и понимаем, что рассуждаем с опорой на нее. Сначала испытуемый рисует нечто вроде вот такого объекта. Кстати, в некоторых учебниках, не буду называть их авторов, бог с ними, в некоторых учебниках именно такая картинка и изображена. То есть один угол ближе, а другой дальше. Да, это принцип решения, но реализация его является неверной. И тогда, вот если бы вы сейчас не знали, какова форма комнаты, то ручаюсь вам, какой была бы процедура. Сначала бы вышел человек, который нарисовал бы вот так, и ему бы ответили, принцип правилен, но реализация неверная. Затем пришел бы человек, который нарисовал бы вот такую точку, ну и, соответственно, даже так не будем рисовать, вот пусть он так нарисует, пусть он будет у нас хороший испытуемый. Он нарисует ближнюю точку, и это уже путь к решению. Но, так сказать, прорвет, инсайтно прорвет наше глухое замкнутое пространство третий испытуемый, который придет и скажет, ну, а вторая-то точка угла находится где-то вот здесь, и реальная комната будет иметь вот такой размер. Простите, вы взрослые люди, я скажу вам, однажды я давал эту задачу в одном из городов для того, чтобы, ну, как-то заменить практикум по психологии. И вышла девушка гораздо выше меня ростом, и она во весь свой огромный рост протянула вот сюда вот такую... Ну, то есть вот сюда куда-то она поставила эту точку, и после этого говорят, что Фрейд не прав, и психоанализ не имеет никакого отношения к творчеству. Извините меня за озорной пример. И мы пошли дальше. Одно заметим правильно. В комнате Эймса, в других иллюзиях, признаки вновь соревнуются. Если вы
Ведь вы же понимаете, что люди-то одного роста, только один стоит близко, а другой стоит далеко. А если вы поставите на место этих людей кого-то из своих знакомых, то иллюзия сразу разрушится, и перспектива знакомого размера победит линейную перспективу. Изобразительные признаки можно продолжать с одним важным добавлением. Иногда к этим же признакам зрительным относят просто-напросто, заметим, вопрос дискуссионный, стоит ли так делать вообще, относят градиент по Гибсону. Градиент по Гибсону — это как бы объединение всей совокупности изобразительных признаков. Закономерные изменения поверхностей, закономерные изменения компоновки, размера, текстуры, плотности поверхностей — это как бы единый признак, объединяющий все остальные. Классик скажет, что это не так. Этот вопрос до сих пор остается дискуссионным, и признак градиента иногда перечисляют просто-напросто наряду с другими. Итак, мы перечислили один признак околомоторный, и несколько, и даже могли бы еще больше перечислять, несколько признаков изобразительных. Тогда настала пора открыть испытуемому второй глаз. Испытуемый неподвижен. Испытуемый неподвижен. И мир, который он наблюдает, тоже неподвижен. Но теперь испытуемый смотрит на мир не одним, а двумя глазами. И тогда заполняются такие группы признаков. Прежде всего, околомоторный. Околомоторный, связанный с движениями глаз. Этот признак называется конвергенция. Конвергенция или сведение. Сведение зрительных осей. Конвергенция или сведение зрительных осей. Здесь я условно изобразил сетчатки наших глаз. Ведь для классиков принципиально, что восприятие пространства – это функция от сетчаточных изображений и признаков удаленности. Вот сетчаточные изображения некой фиксируемой точки. Признак сведения или конвергенции действует примерно до 10 метров. И основан он также на простейших физиологических механизмах, а для нас имеет простейшее геометрическое объяснение. Дело в том, что расстояние между центрами обеих сетчаток, центрами, то есть фовеа обеих сетчаток, обычно фиксируемо. Это расстояние равно примерно 66 миллиметрам. И тогда имеется, так сказать, знание. Здесь знание везде надо писать в кавычках. Имеется, так сказать, знание об угле конвергенции. И есть знание о противоположной стороне треугольника АБЦ.
С. Есть сторона АВ и угол альфа АСБ. По этому соображению можно вычислить высоту, то есть удаленность объекта. Вот и все. А теперь мы за оставшееся время, не такое уж оно и большое, сделаем следующее. Мы введем несколько обозначений, несколько важных понятий для обсуждения, пожалуй, центрального признака удаленности при бинокулярном зрении. Это бинокулярный параллакс. Бинокулярный параллакс, то есть наклон при наличии двух сетчаток. Прежде всего, наши две точки А и Б — это центры сетчаток, фовеа. Наша точка С – это точка фиксации, угол альфа, угол конвергенции. Назовем корреспондирующими. Назовем корреспондирующими такие точки сетчаток, которые удалены. Назовем корреспондирующими такие точки сетчаток, которые удалены на равное расстояние и в одинаковом направлении, которые удалены на равное расстояние и в одинаковом направлении от фовеа. Удалены в одинаковом, на одинаковое расстояние и в одинаковом направлении от фовеа. Теперь скажем, если мы фиксируем точку С, то мы наблюдаем ее слитно явлением слитности. Назовем такое понятие, как фузия. Фузия для нас вспомогательное понятие. Оно относится скорее к физиологии, чем к психологии. Фузия означает для нас слитность восприятия точки. А теперь мы хотим узнать, что если наш испытуемый фиксирует точку С, то какие другие точки пространства тоже будут восприниматься слитно. То есть там тоже будет наблюдаться фузия. Какие другие точки пространства тоже будут восприниматься слитно при данном угле конвергенции? Под конец неплохо пописать, немножко прочистив себе извилинки. Очень хорошее понятие сейчас возникнет. Мы с него в следующий раз начнем, а сегодня мы им закончим. Посмотрите еще раз. Потому что кто-то, быть может, в силу физической усталости не всегда был внимателен. А здесь имеет смысл быть внимательным. Сказали, вот есть две точки – это центры сетчаток,
Есть точка, это точка фиксации. Есть угол альфа, он фиксирован, это угол конвергенции. Какие точки сетчатки будут восприниматься слитно, то есть будет иметь место фузия, при данном угле конвергенции? Какие точки сетчатки? Сообразим. У нас есть три точки. Два центра сетчаток и точка, которую мы фиксируем. По трем точкам мы проводим окружность, мы строим, простите, окружность. Я не художник, но, наверное, в принципе было понятно то, что нужно в данном случае сказать. Вот на этой кривой точки сетчатки будут корреспондировать, соответствовать друг другу. Эта кривая будет называться теоретический гороптер. А, кто-то не знает слово гороптер? Это замечательно. Сколько у вас еще есть возможностей для развития перед экзаменом? Итак, теоретический гороптер – это теоретический гороптер – это, ну, вот как раз мы все и успеваем вовремя. Геометрическое место точек которые попадают на корреспондирующие точки сетчаток геометрическое место точек которые попадают на корреспондирующие точки сетчаток при данном угле конвергенции. Которые попадают на корреспондирующие точки сетчаток при данном угле конвергенции. Вы знаете, тот, кто и кому еще не известен термин гороптер, специально для них, извините, просто с откровенной любовью к ним, чтобы в следующий раз мы пришли подготовленными. Следующее словечко будет называться диспаратность. То есть возьмем где-то точку вне гороптера и получим совсем другую картину, пока не будем рисовать. Диспаратность. И тогда, может быть, кто-то вообще не проходил этого в семинарах. Эпиграф к следующей фразе в следующий раз. Но только вы громко не смейтесь, когда будете писать. Диспаратность есть количественная мера параллакса. Диспаратность. Это количественная мера параллакса. Воспоминания о школьной математике и физике помогут нам разрешить эту маленькую проблему. На сегодня это все. Спасибо за внимание.